Защитить свои права и кошельки пытаются в который раз российские автомобилисты. В стране начат сбор подписей против повышения тарифов ОСАГО. Оно запланировано на 12 апреля, причем сразу на 40-60%. Водители с таким резким ростом цен не согласны и просят поддержать их требования на сайте Федерации автомобилистов России. На этом ресурсе размещено обращение к президенту страны. Федерация автомобилистов России считают, оснований для такого повышения тарифов нет. И заявляют, что в прошлом году страховые компании не доплатили попавшим в аварии примерно 25 миллиардов рублей. Эксперты опасаются, что значительная часть водителей перестанет страховаться. Это может привести к разрушению всей системы ОСАГО в целом. Автомобилисты планируют устраивать мирные акции протеста по всей стране. Например, в Хакасии уже готовится автопробег. А в Иркутске, по информации наших телезрителей, некоторые страховые компании до 12 апреля приостановили выдачу полисов автовладельцам.